днем рождения Тимошу и маму! Тимоша! Тимоша! Горячо! Ножки, 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 ножки! И мама убежала. Спасибо тебе, сынок! За родителей! Стоит, кайфушки, кайфушки ловит. Вот ловит кайфушечки, не кулечка, она в медитации. Мы приехали куда-то. А куда мы приехали? На море. На море, ну логично. Ильичевск, Одесса, вы не... Между Ильичевском и Одессой. Все. Мы между Ильичевском и Одессой. И здесь такой шум моря, прям настоящий-настоящий. Это круто. Лена живет вот там. Сейчас мы переоденемся и пойдем вот туда, покушаем. А вечером будет празднование. Празднование. Сейчас нужно мне найти где-то алибастру, чтобы мой сегодня труд дневной скрыть каким-то образом. Даже не знаю, ни один тональный крем, наверное, не скоро. Я так сгорела. 4 года назад эта девушка родила сына. Принца, я королева, мать. Кстати, да. Боже, меня снимают и с одной стороны, и с другой. Ну что такое? Сегодня твой день. Логово папарацци. Мы заказали окрошку, пиццу, дёмки, бульон, кофе и воду. И я вот думаю, пить алкоголь или не пить? Я за рулем же. Или нет? Нет, я же не за рулем. О боже, я без руля. Я могу пить. Здесь апероль есть. Да, но тут жарко. Это апероль классно, если пойти сейчас искупаться и вернуться. Поэтому я специально на вечер сегодня. Если я сейчас начну пить апероль, то вечером я буду спать, а день рождения будет. Нет, я именно поэтому сегодня отказалась от первого бокала шампанского в 10 утра. Демушка, иди ко мне. Мне сегодня повсеместно предлагают. Иди сюда, котеночка. Мне повсеместно предлагают сегодня везде. Позвонила Маша, говорит, я через 3 будки от тебя, пожалуйста, зайди, у меня бутылка шампанского. Я говорю, Маша, хорошо, что ты меня предупредила, точно не иду. Зашла сегодня к Ире утром, а у нее один музицирует, другой мячик настукивает. Она говорит, Лена, подожди, сейчас я всех отвезу в лагеря. И такая мне говорит, хочешь шампанского? Я говорю, Ира, ты думаешь, я что, дурная? Просто слушай, меня... ты молодец, что ты выдержала. Ты представляешь... Я бы, наверное, уже сдалась. Нет, я сегодня прям выдержала, потому что я знала, что мне сегодня нужен всех гостей до кучи, нужно собрать, мало ли кто заблудится. Я очень ответственна. Я бы заблудилась, кстати. Ну, здесь рассказывают из-за закоулки. На самом деле дорога одна. Просто из-за того, что она так вот виляет, кажется, что здесь столько поворотов. Самое интересное, думала, что Влад заблудился сначала. Ну, потому что... Какая-то дорога была такая, как односторонняя. Думаю, куда мы едем? Потом думаю, ну раз так уверенно едет, значит знает, куда едет. Я такая наблюдаю, думаю, я запоминаю дорогу, если что. Ну, у меня память такая, именно на дороге классная. Мне тоже, я могу не знать, даже где-то как-то приехать один раз, но интуитивно ты понимаешь, куда ты ехал. Принесли окрошку, и мне так нравится, когда приносят вот в таком виде. Бокале квас, и здесь оливьешка. Thank you.
на берегу и нас бьют волны. Это круто. Ребенок сейчас. И море очень теплое и относительно чистое. То есть зелень только чуть-чуть там есть, ее проходите и там дальше чисто. Вот. Но вчера был шторм, Лена говорит, поэтому зелень принесло, а до этого не было. Поэтому если вдруг будете ехать в Одессу, представляете, за Одессой 20 километров и все. И красота. Вспоминай свое детство, я точно так же радовалась волнам. В Индийском океане волны побольше. Вот если они вот так вот накрывают, то они вот так вот колбасят, как в этом миксере. А что надо говорить, Демид? Что надо говорить? Большое. Нет, спасибо. Надо сказать, с днем рождения! Тимоша, поздравляем! Итак, это такая удача! Что же это, Тимурка? Девочки, можно быстрее сделать все? Скорая помощь, мой драгоценный! Сейчас, Тёмушка, садись. Сейчас. Садись, Саня, будем распаковывать подарки. Для Тимоши в этом году подарки. Это настоящие подарки. Это такое чудо. Давай я. Нет, день рождения у Тимура. Ладно. Сейчас он будет разговаривать, он не знает, как это сделать. Да, помнишь, мы ее видели? На каком сайте? На этом. Мне кажется, надо выпить вина. Смотри, какая красивая подача. Вот это вот, посмотри, тебе кабанчик приехал из Киева. 600 километров от нас. Ты понимаешь, где он родился? Не знаю точно, где он родился. Это мы его привезли 600 километров. К нам ехали наши драгоценные гости и привезли нам этот чудо-подарок. Да, мы когда было рождение Тимоши. День рождения Тимоши сегодня. Ему уже 4, а тебе сейчас тоже 4. И вы сегодня ровесники. Представляешь? Вы сегодня стали ровесники ненадолго. Ты посмотри, Тимурка! Какая красивая маечка! У меня не хочу, не буду. Не хочу, не буду? А здесь хочется, перехочется. Надо такую... Папе еще. Мама сейчас после бокала вина начнет проверять сразу при гостях. Подарки надо, принято красиво обязательно обратить на них внимание, развернуть и внимательно оценить. Так что как мы можем оценить подарок, не принято? Только на маме. Сейчас мы этим и займемся. Я специально подобрала место для этого торжественного события. Примерки моего зарабана. На пляже все можно. Особенно ближе к ветеру. Куда? Уходи, не остался. Уберешь кабанчик. Да. А также... Номер телефона и... А также, если я чуть-чуть повредила вам передний, задний бампер и 4 двери случайно, ну чуть-чуть, то на всякий случай я не хотела. И я тоже нахожусь по этому номеру. Да. Это, подожди, цветы маме. Можно тебе поцеловать? Давай. Давай, чтобы это моя мама, Кристина. Это Влад. Очень приятно. Папа, слышу. Это тоже такой день рождения. У тебя тоже будет день рождения. Ты же сейчас в гости, а потом ты дальше меня видишь. Она всегда красивая. Спасибо. Да. Твой какой-то. Спасибо большое. Спасибо.
больше не класс. Наш будет запах. Ой, это кошка, которая может исчезать, которая на счет три. Раз, два, три. Ну, она сразу может еще и появиться. Если у нас есть зеленая, значит у нас точно может появиться Славик Невакна. Еще и оранжевый. Выходи, пожалуйста, к нам. Центр. Скажи мне, что если мы сейчас попробуем с тобой сделать самую настоящую телепортацию? Переместим предмет с одной точки в другую. Получится у нас это сделать? Как ты думаешь? Не получится. Я тебе уверяю, что сейчас здесь будет самое настоящее волшебство. Держи, пожалуйста, один. Шарик держи. Будет шарик необычный. Вот технику секрета. Проверь, пожалуйста. Обычный, правильно? Выставляй свою ладошку таким вот образом. Смотри, один все время будет находиться у меня под подбородком. Я возьму второй на ваших глазах, помещу себе вот так вот кулак, который находился здесь. Помещу тебе крепко, закрываю его, поднимай наверх. Готов? Раз, два, три. У меня исчезает, у тебя. Я предлагаю сделать этот фокус гораздо медленнее. Договорились? Смотри, у меня есть один, у меня есть второй, у тебя в руках какой по счету? Третий. Правильно? Если я возьму один, возьму второй, на ваших глазах помещу вот так вот себе кулак, возьму третий и верну обратно в чемодан. Сколько будет здесь? Два. Сколько? Два. Два? А вы как думаете? Два, три. Нет, на самом деле здесь один, но очень внимательно. У меня есть два шарика. Выставляй две ладошки вот таким вот образом. Свои ладошки выставляй вот так вот. Правую и левую. Вот так вот. И смотри внимательно. Я сейчас беру эти два шарика и точно так же помещаю тебе ладошки. Договорились? Крепко, крепко закрывай. Зажимай, 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 зажимай. Так, отлично. Держи, молодец. Теперь смотри, самое интересное. Ты видишь, что уже что-то происходит в твоих руках и появляется самый настоящий кролик. Давай пять, спасибо за помощь. Давай пять, молодец, присаживайся на свое место. Гантели по 2 килограмма? Потому что все нужнее и дороже, все доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта. Хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стук. Потому что всех нужнее и дороже, все доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта. Он на собаку так шипел. Ника нашла котенка и хочет, чтобы мы его везли домой. Как вы думаете, забирать? Тихо, Лёшенька. Слушай, Лена в своей квартире видела даже трехгодовалых раков, которые валялись под кухней, и вообще непонятно, где и как появившиеся в этой кухне. Подожди, котенок, это не раки. Подождите,
Лена вообще очень толерантный человек. И знаешь, как бы, если мне это не причиняет вреда, то это все может быть хорошо. Поэтому самое главное, чтобы это не причинило вреда в первую очередь вам, а потом уже мне. Хотите, живите, потом увозите, дрессируйте, делайте из нее тигра, забирайте. Да, и вообще, может быть, это будет единственный котенок в мире, который покорит вообще сердца всех. Днем рождения тебя! Днем рождения тебя! Днем рождения, Зимуша! Днем рождения тебя! Я сейчас пойду спрошу. Ты такой маленький. Смотри, как стоял, я услышу, все хотят. Все, боже мой. Хорошо, значит. Да, такой нормальный будет. Красивенький. Она может быть. Может это кошка быть. Или кошка? Девочка. Поднимаешь девочка. И бросаешь. Если побежала, то кошка. Если побежал, то кошка.